Здравствуйте, дорогие телезрители! С вами семейное спортивное шоу «Быстрые ползунки». Здравствуйте, уважаемые телезрители! Рады приветствовать вас на нашем телеканале. Да, это действительно семейное спортивное шоу «Быстрые ползунки», где главные герои – мамы, папы и, конечно же, их дети, которые смотрят, совершенно ничего не понимают, но им весело, и они приносят победу и себе, и своим родителям. Я думаю, наши дорогие телезрители уже хотят посмотреть, что же будет сейчас, что же будет неожиданного и такого интересного. Кто из детей сейчас уснет прямо на финишной полосе, а кто заплачет или просто повернет не туда. Ну, ты знаешь, сейчас я думаю, что все-таки надеюсь на то, что сегодня такого не произойдет. Все наши малыши будут активными. А наши участники уже на старте, поэтому я по традиции отправляю тебя к ним, а сам останусь здесь. Все, спасибо, Олег. Но мы начинаем. Дорогие телезрители, мы начинаем наше семейное спортивное шоу «Быстрые ползунки». Участники наготове. Перед тем, как мы перейдем к первому этапу «Алгабэби», познакомлю вас с нашими сегодняшними участниками. Сегодня команды сформировались в такой цветовой гамме. Команда белых, красных и еще белых. Команда номер один – это семья Машеновых. Команда красных – это семья Мухамбетовых. Ну и третья команда, также белые – это семья Хамзиных. Сегодня наше шоу будет очень интересным. Сегодня у нас стартовать будут три малышки, три маленькие красавицы. Кто же из них будет первым и кто пролидирует, мы сейчас узнаем. Ну а сейчас предлагаю нашим дорогим участникам прийти на свои места. Одному из них можно остаться на старте, второму необходимо пройти на противоположную сторону ребенка. Вы можете завлекать ребенка тем, на что он будет ползти. Это может быть игрушка, может быть сотовый телефон, либо еще что, на что он будет ползти. Не буду затягивать время, переходим к первому этапу «Алгабэби». Итак, дорогие телезрители, наши участники уже наготове. Ну а чтобы узнать, кто придет первым, наше время будет засекать наш сегодняшний секундант – это Аслай. По свистку могут наши участники начать первый этап. На старт! Внимание! Марш! Маленькие красавицы и принцессы ползут. Кто же из них будет первым? Вот у нас сейчас вырывается вперед команда Машеновых. Маленькая малышка идет и ползет вперед к своей мамочке. Итак, семья Махамбетовых тоже уже приближается к финишу. Но наша третья команда нам повернула не туда. Решила пойти по другому пути. Пришли. Сейчас ждем, когда дойдет наша команда номер три. Команда белых. Наши принцессы сегодня. Ну, приостановилась наша малышка. С такими крыльями на спине. Она решила просто стабильно, аккуратненько, по чуть-чуть и ползти, не торопясь, как ей удобно. Она никуда не торопится, в принципе, ей никуда не надо. Она даже не понимает, что ей нужно сделать. Ползет, ползет. Итак, наши участники проползли наш первый этап от Алгабэби. Малышки пришли, но сейчас надо узнать, кто же из них был первый и за какое время они проползли. Дорогие телезрители, наш первый этап завершился. Наши малышки проползли. Сегодня мы увидели, кто из них шустрее, кто завтра будет лидером. Передаю слово Аслай, чтобы узнать сегодняшние результаты. Аслай.
Спасибо, Асия. По результатам первого этапа 1 минута 59 секунд пришла семья Хамзиных. По результатам первого этапа 42 секунд пришла семья Машеновых. 40 секунд пришла семья Махамбетовых. Вот такие результаты первого этапа, но наши участники не сдаются. Впереди у нас еще второй этап – суперсемейка. Там уже необходимо будет преодолеть эту дистанцию нашим родителям. А что именно нужно будет сделать? Оставайтесь с нами, и вы узнаете. Зрители, мы переходим ко второму этапу суперсемейка. Хочу напомнить, что у нас сегодня семья белых – это семья Машеновых, красная – это семья Махамбетовых, и еще одна команда белых – это семья Хамзиных. Мы переходим ко второму этапу суперсемейка. Что же необходимо сделать? Сейчас нашим участникам, а именно папе, главе семьи, надо будет проползти дистанцию сквозь полосу препятствий, взять подгузник, приползти назад и одеть на своего ребенка. В это время мы как раз узнаем, как часто дома папа меняет подгузник. Ну а мама в это время должна проползти дистанцию и собрать эту всю конусную пирамиду и поставить ее на финишной черте. После этого наш второй этап заканчивается, завершается тем, как мама приползет на старт, на свое место. Ну, мы начинаем суперсемейка. Папы готовы? Мы начинаем на старт. Внимание, марш! Малышки даже, по-моему, не поняли, что только что происходило. Как резко, быстро так одели памперс папы. Сразу было заметно, кто часто переодевает его, а кто нет. Итак, второй этап пройден. Сейчас нам нужно узнать результаты. Не переключайтесь, впереди результаты. Итак, пришло время подсчитать наши итоги двух этапов. Каковы же они все-таки, мы узнаем у Аслай. Спасибо, Сия. По результатам второго тура 45 секунд пришла семья Хамзиных. Отлично. 41 секунд пришла семья Махамбетовых. А 38 секунд пришла семья Машеновых. Отлично. Такие результаты нашего второго пройденного этапа, дорогие телезрители. Ну и нам сейчас необходимо же узнать, каковы итоги двух этапов. Аслай, мы вас слушаем. Спасибо, Асия. У нас третье место семья Хамзиных. 2 минуты 4 секунды. Второе место семья Махамбетовых. 1 минута 21 секунда. Конечно, у нас первое место – семья Машеновых. Отличные результаты, я думаю. На первом этапе наша семья Машеновых были вторыми, а во втором этапе уже пришли ко второму месту. Я думаю, вот вся неожиданность, постарались уже родители во втором этапе. Ну а сейчас мы переходим к нашему торжественному награждению наших участников. Оставайтесь с нами, я перехожу к коллегу.
одна из команд белых вот пришли, присоединились ко мне. Сейчас хотелось бы узнать о их впечатлениях. Давайте спросим, но для начала познакомимся. Здравствуйте. Представьте, пожалуйста, вашу семью. Здравствуйте. Мы семья Машеновых. Это наш папа Алтынбек. Меня зовут Айдана, а нашу малышку зовут Айсизым. Сегодня мы получили первое место, за что очень рады. Расскажите, вот как у вас настроение, как вам вообще, было ли сложно проходить этапы? Нет, не было сложного. Малышка сразу сообразила и сделала все так, как нужно было сделать. И поэтому мы лидировали во всех конкурсах, этапах. У нас семейное спортивное шоу. Скажите, у вас семья спортивная? Да, об этом расскажет наш папа. Да, наша семья спортивная, мы все с семьей любим спорт, занимаемся спортом. На мероприятиях участвовали, на эстафетах, на марафонах, по боксу мы занимаемся. Угу. Спасибо за такую организацию, за ТДКСОР второй канал. Спасибо. То есть, получается, не первый, да, у вас такой выход семейный на какое-то спортивное шоу? Нет, наш папа просто спортсмен, и он больше участвовал. А вот семейное, это у нас впервые, да. Дочки впервые. Ну, дочки впервые, да, это уже понятно. Надеемся, что в будущем у нее будет много побед, таких достижений. Ну, конечно, мы искренне этого вам желаем. Вы большие молодцы, семья у вас очень дружная. Поздравляем вас с первым местом. И сейчас нас ждет этап награждения. Спасибо. Команда красных, они заняли у нас второе место. Сейчас узнаем, что им больше всего понравилось. Здравствуйте. Здравствуйте. Представьте, пожалуйста, вашу семью. Расскажите. Мы семья Махамбетовой. Это ее брат. Mm-hmm. Это моя дочь Аяла. Mm-hmm. И я Инабат. Дядя, получается, дядя, да, ваши дочки? Ага. Расскажите, понравилось ли вам соревнование? Ну, понравилось. Очень хорошо. Mm-hmm. Что-то было сложным для вас? Нет. А для вас? Мы смотрели, как вы одеваете памперс. Раньше не приходилось, да, этого делать? Нет, приходилось. Приходилось? Я всегда остаюсь с ним, один из дома. Дядя помогает, значит, да, воспитывает племянницу? Да. Ну, вы большие молодцы, мы вас поздравляем с вторым местом. Сейчас нас ждет этап награждения. Спасибо. Спасибо. Вот еще одна из команд, они у нас тоже сегодня пришли все в белом. Давайте узнаем, что им понравилось. Здравствуйте, представьте свою семью. Здравствуйте, мы семья Хамзиных. Это у нас папа, мама и дочка Медина. Ага. Сколько, нам, какой возраст? Нам уже 8 месяцев. 8 месяцев? Да. Что любит ваша доченька? Все, играться любит. Да, потом она у нас поет немножко. Поет уже? Ну так. Ничего себе, вот это да, наверное, будущая певица будет, да? Да. Спасибо за приглашение на этот конкурс, было очень интересно. Мы получили 3-е место, но ничего, мы не огорчаемся, все еще впереди. Ну, потому что главное, это же участие. Да, главное участие. Да. Вот вы правильно говорите, что ваша дочка поет. Смотрите, она микрофон увидела и прям тянется к нему, да, чтобы схватить его, да? Что хочешь сказать? Давай, скажи нам что-нибудь. Спой. Стеснительная, да? Да. Замечательный костюмчик у вашей дочки, крылышки такие. Мы вас поздравляем с 3-м местом. Вы правильно сказали, что главное не победа, а главное участие. Вы большие молодцы, вы очень смелые, что сегодня к нам пришли. Поздравляем вас. Спасибо. Дорогие телезрители, вот мы пришли к самому лучшему моменту, это к торжественному награждению. Подарки мы уже подарили нашим участникам. Кто-то уже распаковал, ему нравится. А впереди у нас еще ждет вот такие небольшие медальки. Да, но перед тем, как наградить всех участников, я хотел бы отметить, что сегодня особенный выпуск программы, потому что ты заметила, что все участницы у нас девочки. Да, это я уже точно заметила. Такое впервые у нас происходит, но теперь самое приятное – это награждение. Итак, по традиции начнем с 3-го места. Поаплодируйте. Ура! Вот малышка с крылышками у нас занимает 3-е место. Второе место – команда красных. Опа, поаплодируйте, молодец. Смотри, какая медалька. Ну и первое место, золотая медаль, конечно, семья Машеновых. Мы вас поздравляем, молодцы. Так, давай. Не нужна, говорит мне, медаль. Оставьте себе. У папы, наверное, много медалей, да, он же спортсмен, вот туда же в копилку. Ну и мама, вот и ребенок, значит, туда, да, в папу.
Ну, детки наши сегодня устали, родители, я тоже думаю, уже устали, но это приятно усталость. Сегодня они повеселились от души, посмотрели, на что способны их дети. Первый для них, наверное, это конкурс, чемпионат по ползанию малышей. Дорогие телезрители, если вам это интересно и хотите принять участие, у вас есть такая большая возможность. Да, отправляйте свои заявки на наш официальный сайт или же в Инстаграм. Будем вас ждать. Дорогие телезрители, ну вот наше семейное спортивное шоу подошло к концу. Наши участники награждены, все два этапа пройдены. Но я хочу напомнить, что основной целью является это пропаганда семейных ценностей, а также привитие к ребенку здорового образа жизни. Да, конечно, сия – это главная цель нашего шоу. Хотелось бы поблагодарить всех участников. Действительно, большие молодцы, очень активные, смелые, я бы даже сказал. Но главное, они очень дружные. Мы наблюдали за тем, как они проходили все этапы конкурсов. На самом деле было очень весело. Ну, как всегда, в принципе, у нас весело и все неожиданно здесь происходит. Ну, дорогие телезрители, если вы хотите также принять здесь участие в нашем семейном спортивном шоу, то обращайтесь по номеру телефона 8 700 75 581 0093. До новых встреч!